Чуба-дуба-дуба-пада-папа. Ее. Кря. Братик, YouTube нормально не присылает оповещения, поэтому подпишись на рассылку ВК, чтоб тебе все доходило. Спасибо. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди. Сегодня мы продолжаем с тобой играть в игру под названием Duck Season. И мы с тобой остановились там, где мы с тобой остановились. И собака откуда-то пришла. Я не видел ее. Я не вижу ничего. Можно поярче? Я закрываюсь. Обосраться можно и не встать. Я в КС, Global Master! Заткнись! Он приближается. Откуда он идет? Сейчас. Вот он! Пошел вон! Пошел вон! Сдохни, тварь! Сдохни дважды! Сдохни трижды! Сдохни, 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 сдохни! Собака-псина! Распидрось его на квадратике, хорош. Это еще не все. Я сбита, сука. Я чуть не кончился. Каноничная концовка. Я говорю, игра не нравится. Давлю игру ногой. Меня пыталась убить собака, но мамашу она забрала. Я попытался сказать в полицию, но они мне сказали алло. Я не принимаю, когда мне отказывают, и отправляюсь я в небеса. Я просто не знаю. Это мне напоминает Рика и Морти немного. Он собирает. Он попытался в полицию постучать, но сказали в полиции, типа, мы тебе не верим. Пистолет! Ехать! И он уходит. И он ушел. Он, короче говоря, попытался позвонить в полицию, но в полиции ему не поверили. Он потерял мать, реально потерял мать. Мать реально умерла у него. То есть это не фейк. Я думал, ему казалось. Он взял пистолет и погнал вершить правосудие, понимаешь? Две концовки мы с тобой открыли. Блин, классная игра. Или другой вариант. Он с ума сошел и убил свою мать из-за игры. Мама ему говорила, не играй. А он сказал, я буду играть. И все. Давай попробуем. Новая игра плюс. Легкая? Окей. Новая игра плюс. Теперь, по идее, она должна быть посложнее. Теперь попробуем вообще не стрелять по собаке. Вообще. Можно это как-нибудь пропустить? Можно. Неожиданно. Теперь надо попробовать, короче, не стрелять в собаку вообще. Вообще. Да пошел ты в жопу, дядя. Теперь я не буду стрелять ни по кому. Я буду положительным молодым человеком, понимаешь? Максимально положительным молодым человеком. Ни по кому не стрелять, никому не убивать, никого не... Ни в кого косточками не кидать, никого подушками не забивать, никого битами не огревать. Привет, мы с тобой друзья. Люблю тебя. Шутгон туториал. А перезаряжаться теперь надо? Чё это за нож? Слышь, ты нож достал? Я все еще себя пугаю. Готов? Да, готов. Стрелять не буду. Не буду. Не буду. Не буду. Сейчас, наверное, перезаряжаться тебе надо будет. На. Да? Как перезаряжаться? Нет, наверное, не надо. Но вон патроны вроде бы есть. Но я не знаю, разберем сейчас. Не будем по нему стрелять. Вообще. То есть у тебя нет причин, братан, меня ненавидеть. Я тебя обожаю, я тебя люблю. Собака-псина, мы с тобой друзья. Собака-псина, друг человека. Человек, друг собака-псины. Понимаешь? Понимаешь. Ей! Да, это собака! Я не знаю насчет собаки. Ты вообще загоревший молодой человек. Да забей, ребенок, я пристрелю твою мамашу. Ничего себе! Awesome! I will fucking kill you.
Убиваю уток. Она не страшная, это игра, конечно. Мам, а что ты пишешь все еще прощай? В смысле? Мам, я хороший ребенок. Я тебе обещаю, я хороший ребенок. Не надо меня выгонять. Здорово. Мама, что ты делаешь? Убираешься? Ну хорошо, молодец. Убирайся. Та-пара-пап. Собака, прячешь что-то. Собака, ты. Собака. Не дайте 10 пролететь. Погнали. Собрались. Максимальная концентрация. Чё это за самолет там летит? О! А чё это за странная такая утка? Чё она так летела? А, то есть это утки, которые меня хотят? Аисты убийцы какие-то, слышь? Это аисты, которые хотят меня. Ля, пикируют! Да, дэнс. Ты такой классный, я тебя обожаю. Не убивай меня, пожалуйста. Я тебя очень прошу, я готов тебя любить. А по сыну не убивай. Не, ну пока, кстати, он не злой, заметь. Он просто танцует рядом со мной, все нормально. Ничего ж тут страшного нету, правильно? Я могу... Ой. Я могу себя разбудить так вот? Просыпайся! Да! Она все еще говорит, милый, ты не видел, типа, нож? А что, если она ищет нож, чтобы меня зарезать? Когда узнаешь, что твой сын блогер. Милый, ты не видел нож? Мне тут одного стримера нужно разделать. О. Порнушка пошла. Невероятное кинцо. Какая-то очень странная порнушка, но девчонка симпатичная вроде. Что произошло с этой женщиной, которую я знал? Она выросла. Короткометражка Брайана пошла. Ебать! Здорово. Просто невероятно. Мне понравилось. Хочу еще. Короткометражка Брайана прям вообще хорошая. Прям вообще супер. Давай-ка поменяем картридж. Уберем этот. И поменяем на какой-нибудь другой. Взяли, поменяли, поставили. Давай поиграем во что-нибудь еще. Что это будет? Трипл Тайгер. Справа. Кит Визард! Ну-ка. А что произошло? Чё ты там делаешь с этими звуками, алё? Оп. А? Мне дали ачивку. Ты волшебник. Что? What the fuck? Мама! Я чернобыльский, походу. Мама! That ass, though. Мама! Мама, смотри на меня! Мама! Мама! О, мама, у нас классный телевизор, дом, да. Все, давай, я ухожу. Я ухожу от тебя, мама. Прощай. What the fuck? Ну-ка, подожди.
Вот, смотри. Ой, ой-ой. 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 Вон. Вот, фотка. Тот самый челик, собака и мама. Из, помнишь, из рекламы, которую мы видели в начале. Чё? Ебать, мама! Мама! Мама-мутант. Мама-мутант. И я мутант, мы оба мутанты. Берегись. Обезьяна и кошка - обманщики. Самая большая опасность, которая ждет тебя в этом мире. Я снова с тобой соединюсь позже, в следующей игре. Ищи мою надпись X. О какой другой игре речь? То есть здесь еще разные игры, в разных играх мы можем разные штуки находить. Могу в окно уйти? Мама, я ухожу в окно! Не могу. Ладно, неважно, здорово. Все, пойдем. Пойдем дальше играть. Так, вот. А у меня руки были? Да, он реально курил. Он курил, бросает, задымляет свою сигаретку и все. Что такое? Что такое? Мама, что с тобой? Мама чего-то недовольна. Курим, значит? Курим! А? А? Как не стыдно? Как не стыдно? Стрелять по тебе не буду, но... Дурачок ты. Не кури, здоровье себе посадишь, лох. Объелся блох. Ну я ж тебя не убивал! Так, мама, мама. Надо звонить маме. Надо звонить родителям. Вот он, телефон! И чё? Телефон не работает. Так, подожди. Я могу в телефон бросить? Не работает. Работает! Я бросил в телефон книгу. Я должен это видеть или я укурился? С семью концовками у вас есть возможность все это получить. Пиццы собери. Выпустите меня отсюда. Используйте механики. Что происходит? Как мне отсюда уйти? Здорово. Алло. О, йоу. Что происходит? Что я должен сделать? Нажмите тачпад. Нажмите убейте. Вот я сделал. Выпустите меня отсюда, я хочу домой. Вот тут написано, используйте, чтобы уйти, но я не могу уйти. Мама, это было не оскорбинка, мама! Мама! Ну, давай пока. Давай, лети. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Вот, все. Меня отпустило. Мама, это было что-то не то. Она говорит, 10 часов, типа, ложись спать. Окей.
Окей, окей, окей. Так, теперь она говорит, просто ложись спать. Типа, иди спи, сынок. Тебе пора спать. Фиеста эндинг. Концовка фиеста. Так, я типа стреляю. Мама сзади. Сынок, пора спать. Окей. Ну, хорошо. Я чищу зубы, это здорово. Я моюсь. Можешь еще пыль? Она говорит, ну типа, знаешь, я бы застрелила эту собаку. Я, короче, не убивал собаку. И она говорит, убей-ка ты собаку, сынок. Он побежал домой обратно. Финал фиеста. И он решил еще во что-то поиграть. Бля, странная игра. Давай быть друзьями. Мне дали ачивку. Мне дали ачивку, давай дружить. Ну давай дружить. Давай. Дружим. Это он типа намекает на то, чтобы я вставил снова. Ну-ка давай фиесту вставим. Он говорит, давай дружить. Ну вставь. Как вставить, ребят? О, фиеста, кстати. Давай бы друзьями, давай. Я вот готов подарить кому-нибудь косточку. Ставь. О, я научился вставлять. Уу! Финал фиест, нажмите старт. Трудно поверить то, что здесь фиеста. Блин, мне напряжно. Почему мне дали ачивку? Ну хорошо. Я думаю, что наша вечеринка сейчас произойдет. Возможно. Не должно быть никаких проблем, чтобы не провести нашу вечеринку. Я думаю, что нам магия не помешает. Достаточно. Нам лучше продолжить идти. Я не хочу тоже опаздывать. Опять собака. Это вся игра? Ну здорово. Та-ра-та. Давай! Арива! Вау! Мне показалось, на меня собака оттуда смотрела. Хей! Хей! Хей, 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 хей! Бля, музыка-то хорошая, слушай. Но мне кажется, что сейчас меня убьет собака. О! Еда! Делюсь. Едите все! А, это все, это концовка. Это уже все. Это обычная концовка. Мы с тобой открыли концовку. Это вот эта концовка, хорошая. Нас никто не убил, мы просто добрые ребята. И все здорово. И в следующий раз мы должны все же убить собаку. Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы подпишитесь на этот канал. Пожалуйста. И поставь, может быть, свой лакусик сюда. Ну-ну-ну-ну-на. Я не умею петь, я знаю. Ладно, ребят, всем спасибо. Всем пока. До скорого. Ара! Увидимся с тобой в следующих сериях. Примерно завтра. И в честь тебя я выпил воздух. И разбил его. Ладно, всем пока. До скорого. Удачи. А, и вот игра закончилась.